Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами супер скрабом. Скраб антицеллюлитный. Очень хорошо увлажняет кожу. Для этого нам понадобится цедра одного апельсина. Нужно снять натерочку. Только оранжевенькая. Белая вот здесь не снимайте. Натерли с одного апельсина кожу. Вот, смотрите, получается немного ее. Эффект классный. И можно потом еще скушать апельсинку. Добавляем сюда молотый кофе. У меня уже использованный кофе, то есть без влаги. Добавляем. Я добавляю на свое усмотрение, сколько, иногда больше делаю, иногда меньше. Даже вот использованному кофе можно найти применение. Пожалуй, высыплю все. Очень хорошо скрабирует кожу. Не забываем, что скраб наносим только после того, как сделаем легкий массаж щеткой или на распаренную кожу. И сюда обязательно нужно добавить масло. Масло я сегодня буду добавлять оливковое. Мне очень нравится с оливковым. Можно кокосовое. Тоже очень хорошо подходит. Перемешиваем. Смотрим, нравится ли вам консистенция скраба. Меня устраивает. Если у вас есть масло ароматическая апельсина, можно добавить 2-3 капли. И кто хочет, уже с апельсинки вот этой можно выдавить ложечку сока. Пользуюсь я этим скрабом уже очень давно. Мне очень нравится. Особенно после него кожа очень такая... Хорошо питает кожу, увлажняет. Использовать этот скраб достаточно одного раза в неделю. Но когда кожа очень сухая, особенно вот сейчас, когда в квартирах сухой воздух, можно два раза в неделю. Рецепт будет в описании более подробный. Пишите свои комментарии, делаете ли вы такие скрабы, нравится ли вам, какой бы вы хотели рецепт скраба от меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. До свидания.